Всем трема доброго времени суток. Это канал Boring Дмитрий или Скучный. Ой, скучный я. Оф, да уж. Куда же без пятигушек. Ну что, продолжаем наше неторопливое, казуальное, ленивое прохождение игры Enshrouded. Напоминаю вам про лайки, извиняюсь за свое сопение. Отдельное громадное спасибо Вячеславу Сеич. Он знает за что. Ссылка на донат в описании под видео. Еще один теплейший респект Сварту. Он также знает за что. Так. Так, ройбуш растет. Перцы еще делаются. Ага, пшеница потом. И вот там я, кстати, рассадил это все. И ройбуш, и эти перчики вон они. Угу. Усе. Усе. Ну что, пошли? Пошли. А куда пошли? Не помню. Куда-то пошли. Куда-то сюда-то, да? Ну что ж, сюда-то, так сюда-то. Или сюда-то. Черт, кто знает. Пойдемте там разберемся. Ой. Ой, эпопея с матплатой, на всякий случай уточняю, все еще не закончена. Да. Это очень жаль. Что-то мне подсказывает, что я сейчас... Хотя нет, вроде нормально. Вот там же есть навык, да, снижение выносливости за подъем. Мне кажется, паучий что-то там было написано. Мне кажется, ему доработать все-таки надо. Не просто снижение выносливости за подъем, а, ну, возможность подниматься по более крутым склонам. Ну, что-то такое, в общем. Так, стоп. А, нам сюда уже не надо, да, мы здесь все посмотрели. Тогда вот сюда. То есть, потому что возможность лазить, может быть, по склонам. Ну, хотя, правда, в таком случае, если тут будет возможность лазить, как в этом, как его, в Palworld'е, или как в Конане. Ой. Это точно можно сказать. Это будет просто имба-имбовая. Но, правда, с другой стороны, тут и так, в общем, давайте будем честны, много куда можно залезть, да? Ну, то есть, вот, без но, если и может быть. То есть, как бы, это не такая сверхпроблема, какой может показаться. Давайте все-таки сначала сюда сходим, а? Вот так вот. Хрюк, отстань. Не Люба, ты мне отвяжись. Так, это трек. Блин, ну нет, ну что я тебе сделал? Что ты ко мне привязался? Ой. А. Ну тоже сойдет. Но нам ведь по большому счету вот этот покров пелены надо бы доизучить, да? А, или он уже кончается там? Так. Это... Наверное, она все-таки вот сюда правильнее будет. Как-то вот отсюда туда залезть, да? Ух ты! А, вон даже что... Здрасте. Прикольно. Иди-ка, извини. Плетенный блок. Строительный блок из тупо перенесен хвороста. Часто. А, это вот как у них, да, использовать. А, слушай, прикольно.
Испортить его, конечно, не буду. Но почему бы и нет, да? Так, минутку. Здесь красная? Вот тебе раз. Ха. Так, а это... Подожди, это... Ну, это не здесь, это другое. Здесь я не был, получается, или был. Черт, кто знает. Ну, давайте... Блин. Сраные огоньки. Или я все-таки тут был? Тут точно есть Вука? Хитрый какой засранец, да? Ловушка-то не идет. Обувь волшебника, хорошо. Сундучок, сундучишка. Хм, странно, мне казалось, я вроде видел, тут Вука гулял. Или я его с кабаном сверху перепутал. Просто вроде как они с кабанами-то не дружат, вроде бы. Но это не точно. Ну да, это не выглядит как работающий лагерь. Скорее как... Ну да. Что-то тут нехорошее случилось. Совсем нехорошее, да? Так, а он туда наверх никак подняться нельзя? Фу ты, лестница же, блин. Ох. Не, ладно, да, две точки рядом стоять смысла особого нет. Ай, бляха-муха, ну ладно. Так, ну ладно, хорошо, допустим. Ну, кстати, смотрите, тут красное что-то. Ничего себе, блин. Я что-то как даже и не ожидал, что здесь с этой стороны будет это затычка красного цвета. Или это край карты очередной. Так, пес узнает. Может и край. Может и карты. Ай, не дойду. Ну ладно.
Вообще, да, это вот та самая гора, на которую я вот отсюда смотрел. Думал, как бы туда залезть, да? То есть, в принципе, самое смешное, что я могу вот сейчас вот... Вот тут назад прогуляться, попробовать. Но тут, если копать, это очень далеко. Это прям... Это реально надо брать с собой как минимум 3-4. 3 или 4. Четыре кирки. И, в общем-то, через них потихоньку, полегоньку, как говорится, с мутючками, но... Лезть наверх, да? Угу. Ну это ладно, это того не стоит сейчас. Действительно, это надо в другую сторону. Давайте лучше вот сюда пойдем, потому что сюда я еще пойду. Я говорю, вот помните, как я здесь где-то залезал на залу мертвый? И надо будет попробовать, потому что действительно это любопытно. Получится, вообще не получится. Это вообще, ну как бы, реально, что такое? Что у меня? А, вода кончилась. Ромашковый чай закончился. Ай-яй-яй, какой кошмар. Как же мы без ромашкового чаю? Ага. Так, пока идем. Вот если я туда каким-то чудом смогу залезть, здесь вот, может быть, сейчас, каким-то обходными маршрутами. Ух, ёб твою за ногу. Тебе обходной маршрут. О! Здрасте. Забор покрасить. Неожиданно. А, блин, сейчас. Так. Секундочку, подождите. Продолжаем, извините. Такой технический перерыв. Давайте смотреть, что там. Интересно. Минус один. Хм. Давайте морозом постреляем. Типа поэкономим слегка. Тем более вроде неплохо так наносит им. Ну и... Я с тобой честного кумите устраивать не буду. Да блин, ты чё?
с этим тоже разобрались. Я не знаю, зачем ломать эти туши. Хорошо. Минус еще один крокодил. Ох, бляха-муха, блин. Однажды я провалюсь совсем. О, Вукар. Благо, Словения. И все? Да ну ладно. Что это было? Чего у меня над башкой это благословение сверкнуло? Типа лабиринт, что ли, или что? Хм, прикольно. Прям реально как будто лабиринт. Ну, такой, конечно, очень лайтовый лабиринт, но все-таки. Вот и основной сундук, как я понимаю. Ой, да иди ты в... Не скажу куда. Ой, блин, ну что это? Ну что ж, поставим здесь еще один маркер. Прикольно, только записок никаких нет, что меня, честно говоря, удивило немножко. Ну, я их не видел, может, пропустил. Может быть, может быть. Так, ну что, пошли вдоль стеночки тогда, да? Да, это особо думать. Чисто вдоль стеночки и топаем. Немножко камушки собираем. Дело важное. Ну, кстати, вот заметьте, да, я ведь выше залез, чем должен был, по-моему. И вот этот вход нашел. То есть тут на этой карте имеет смысл лазить именно прям вот по самым-самым краям. То есть, где, казалось бы, может, и не надо лезть. Но лезть надо. Простите за тавтологию. Вроде и не надо, а вроде бы и надо. То есть вот же, пожалуйста, вот тут, например, да? Попробуй еще догадайся, что сюда можно залезть. И нужно залезть, самое важное. Хрен с ним можно, нужно залезть. Тоже ведь такое. Вроде бы где-то можно, где-то нельзя. Так, как говорится, и упустишь. Ну, хотя здесь, наверное, все-таки можно. Хотя, я вот, честно говоря, считаю, что...
Могли бы несколько и поудобнее это все обстряпать. Ну, типа, может, подсказку какую-то или счету. Слушайте, нифига себе, да, реально, тут просто красная вот эта пелена. Подожди, это именно красная пелена или все-таки это... Здрасте, как-то я вас... Хитрился прозевать-то. Летающий сволочь. Но вниз это мы спустимся еще сейчас на поверху сначала прогуляться. Вот здесь. Везде, где я могу, собственно говоря, поверху пройти. Хм. Интересно. Я просто пытаюсь понять, это красное что? Это красное... Ну, как сказать... Это красная... Короче говоря, ограничитель. Ну, в смысле, этот, как его называют? Бу-бу-бу-бу. То есть красная локация, куда мне нельзя... Пока что? Или это красная локация, которая просто... Как бы, все, до свидания, вали отсюда. Ну, типа, как это? Приходите, приходите в следующем обновлении. Ну, что-то, по-моему, далековато для следующего обновления-то. То есть следующее обновление у нас там дальше. А тут типа... А, ну, кстати, тут может быть типа проход левее. Ну, тоже вариант, кстати. Так. Давайте чиниться. Чиниться, сдаваться. Что у нас тут есть? Так, шкуры. Лес. Ну, вот это все, короче, скидываем. Так, стопэ. Во-первых, скидываем... Да не тебя, блин. Да вот тебя. Так, что у нас тут? Шки там сапоги. Обувь волшебника. Восстановление здоровья. А у меня что? А, у меня есть обувь волшебника, да? Так. Ну, пусть тут будет. Хрен ли. Ну, а они пока на мне, так что... Так, это мы удаляем. Это так. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Это сюда. Это убрать. Это убрать. Так, свиток. Подождите, свиток. А что, свитка нету этого? Да ладно. Есть же. Вот ты зараза. Я ж нажал передвинуть, блин. А, нет, не нажал, получается. Хм, забавно. Так, шкура и... Шкура это сюда. Офигеть, шкура рептилии, блин, упаковывается в 170 штук. Обычный звериный мех по 50, это 170 уже. Ну охренеть, блин. Кто это придумал, а? Почему эти хотя бы по сотке нельзя сделать? Нет, ну, чем рептилия это, извините, здоровая, я хочу сказать. Это не... Там, блин, какой там волк, там пяток волков влезет в ее размеры. Ну, блин, ну, мозгай. Это самое... Нехорошее слово. Так, и стрелы восстановить, да? Угу. Так, тут все в порядке. Угу. Поспать. Поспать, восстановить еду и двигаем дальше. Так, что у нас там? Орешков не хватает и куриного супчика. Хорошо? Хорошо. Я бы даже сказал, замечательно. Так, ну что, пошли сюда. Интересно, да, реально тут краснота прям, это очень странно, она как бы опояс, ну это может быть действительно. Я все-таки склоняюсь к тому, что это, наверное, проход на какую-то закрытую локацию на данном этапе. Так, подожди, а сколько у нас? 7 из 7, да? А-а-а. Так, тогда давайте вот это вот... Черт, кто знает, этот потушить. Или
Тут. Ну туда. Не, давайте вот это потушим. Да. Потому что туда-то я вернуться могу в любой момент, с башни долететь. Угу. А вот здесь. С этим немножко сложнее будет. Так что вот так вот. Так что именно тебя мы тушим. Это пока оставляем. Извините, если слишком громко хлюпаю, пью чай. Так. А то я знаю некоторых особо. Господи, напугали, блин. Вы что тут делаете в таком количестве? Я бы за ними охотился, но толку мне с этого. Здрасте, это что такое? Нифига себе. Вот это да. Блин, нужен какой-то реально боевой фотон. Ну, без этого прям никуда, ёлки-палки. Так. Ну, тогда да. Всё-таки это удивительно. Кстати, заметьте, да, что факел бьет у него атака-то огненная. Урон огня, причем довольно мощный. Так, если присмотреться, да, довольно мощный, если так, ну, вполне себе. Да. Какую-нибудь огненную булаву бы найти. Я думаю, это была бы тема. Причем тут, заметьте, тут и добыча. Здесь двойная добыча, кстати говоря. Тут и этот вот синий, и медь. Блин, хорошее место, черт побери. Так-то. Может, двойную эту поставить точку по добыче. Да, с другой стороны, а че толку-то? Ну, поставлю. Все, сюда возвращаться уже не, вряд ли будет. Подождите, я нифига не понимаю. Это что за красная зона такая обтекаемая? Что за бред? Я думал, это где-то здесь прям заканчивается, а? Хера лысого, я все иду и иду. Любопытно. Насчет окончания, кажется, я к нему подошел, да? Или нет? Или да, или нет? То есть это не край карты. Это какое-то странное место, в которое я пока... То есть в центре карты место, в которое я... Ну, как в центре карты. То есть место, которое можно обойти буквально. Я просто не могу туда попасть. А сюда, пожалуйста, иди. Ай, бляха-муха. А вот и край. Подожди, это. А-а-а, вот он уголочек-то, да? То есть тут сразу и то, и это. Ага. Эй! Ты чё? Я же нажал эту... Как её? Ладно, сам восстановится. Вот я не пойму, туда можно спрыгнуть или нельзя? Я всё-таки выпил бинт. Я все это выпил, точнее съел бинт. Я переключился на бинт и забыл его убрать, да. Так я съел бинт, который бинт есть не хотел. Кстати, кто-нибудь в курсе, что будет, если выйти за пределы? Ну, в смысле, вот за эту красную. Ты умрешь или что? Офигеть, блин. Просто красная локация и все. Ну, это, видимо, тут сочетание сразу нескольких факторов. И пройти нельзя, и ограничитель... Хм, ну ладно. Что ж, кажется. А вот тебе гони меня, поганец. Не, ну нормально, да? Ему пофиг.
еще вы понимаете? Грязный дорожный блок, серьезно? Хм, ну ладно. Мясо нам не надо, это тоже не требуется. Я, честно говоря, надеялся, что это соль. Мне соль подобывать надо, она у меня кончается потихоньку. Это прям вообще не прикольно. А это что такое? То есть это пелена, да? Ага, смертоносная. То есть это не край карты, это просто смертоносная пелена, блин. Хи. Забавно. Так, ну ладно, давайте сюда тогда этот тушим. И тут мы тоже дошли до края. Угу, вот он, то есть получается примерно вот так, да? Прикольно. Прям так это... Квадратик такой нарисовали, да? Ну, учитывая стенку, значит, еще вот здесь что-то будет, да? То есть стена-то вот она где. И проход туда есть. Значит, вот чисто теоретически на эту гору можно будет залезть. Ой, хорошо. Нет, прям хорошо. На эту гору мы и так залезем. Залезем, залезем. Я потому что я хочу туда залезть. Главное не забыть. Я думаю, вы мне в случае чего напомните. Ну или не напомните. Ой, бляха-муха. Тут я сейчас вообще неправильно делал. А как же это у меня так получилось-то? Хотя вот тоже заметил, что что-то как-то это, вот в этой локации соль вообще не встречается. То ли я ее не вижу, то ли ее просто здесь нет. Ну или она где-то прям запрятана. То есть это не... как ее? А, нет, все правильно, кстати, иду. То есть это не красная, это как ее, масса застывшая, это не... Это не красная застывшая масса, это не закрытая зона, это именно сюда пока просто банально нельзя. Все. Ну что ж, нельзя так нельзя. Вот зачем я это делаю, а? А если бы не долетел? Сейчас бы чихнул, не ту кнопку нажал, и все, привет. И привет, да? Да, и привет, реально. И реально был бы привет. Так, давайте-ка мы вот сюда. А, вот так, да? Тут проблема. Тогда давайте, знаете что? Пошли-ка мы куда там. Пошли вон туда. А, место выше, да? Как-то еще найти, как-то как-то залезть, да? Ой, ну нет, ну отстаньте. Как я вас ненавижу, мелкий летающий г-г-г-г-г-г. Ага. Так, я, кажется, вижу дорогу дальше. Есть кто на вышке? А вот стоял бы ты спиной, я бы тебя сейчас красиво угробил скрытой атакой. Эх ты. Видишь, понимаешь, кайф обломал. Должен же я хоть иногда ее применять, елки-палки. Да, надо сначала добыть эту. Фигню. Ой, бляха-мух. Понял, не туда. Еще мы делаем вывод, сами Вука этой дорогой давно не пользуются. Да ебку на мать. Блять, что-то попала, скотина.
Ну, слетай давай уже, а. Устроил себе закуску. Из меня, понимаешь. Что, пробежимся немножко по краешку? Вдруг что интересное будет. Блять. Да смени ты, блин, 10 раз уже нажал. Я сейчас помру таким образом. Сволочи. Место выше, место выше. Да блин, ты еще одна размножающаяся, что ли? Блин. Нафиг не надо. Ну, отметочку на карте сделаем. Ага, хер лысо, ничего я тут не сделаю. Ладно, тогда пошли наверх. Надо сначала забрать этот дурацкий бубен, блин, или что там. Нужно спокойно обследовать всю локацию. Пожалуйста. Ну, конечно, сундук не сказать, что прям пипец какой важный. А. Блять. А, я думал, я нажал. Обидно. Ну, бывает, чушь. Где я? Это интересно. Возродился в колыбели, да? Собственной. В собственной колыбельке. Во-первых, давайте пожрем. Ням. Бульк. И хрусть. Теперь починимся. Раз уж все равно сюда попали. И отдохнем. Можно было, конечно, инструмент, на инструменте поиграть, но если бы для инструментов был отдельный этот слот. Вот, кстати говоря, важный момент. Все-таки, вот за что мне, кстати, вспоминается Baldur's Gate. Там для факела и музыкального инструмента был просто отдельный слот в принципе. То есть просто совсем отдельный слот, который вообще не относился ни к чему. Только ты берешь факел, вот у тебя факел. Ты берешь инструмент, вот у тебя инструмент. Просто отдельный слот. Я считаю, это очень правильно и очень удобно. Если, говорю, какой-то лампы не хватает. На пояс, грубо говоря, чтобы повесил. И, ну, что, таскаешь ее, все? Че? На пояс повесил, таскаешь. Удобно, удобно. Включил, выключил. В конце концов, магия тут есть, есть. Значит, и для ламп место найдется, правильно? Смоляная яма зубохвостов. Не хочу. Ух ты ж, бляха-муха, куда-то я не туда, по-моему, летел сейчас. Мне туда прям совсем не хотелось. Да ёперный карась, а. Да. Не так уж и легко тут долететь-то, да? Вроде кажется, с этой башни так или иначе через всю карту можно прохреначить. А фигушки. Не так уж и через всю. Сейчас выносливость становится. Пчелы. Почему пчелы? Зачем пчелы? Ну нафига пчелы? Отстаньте, животное. Место выше. Спасибо, блин, я в курсе, что оно выше. Что ты мне с этой информацией прикажешь делать? Так, не сюда. Сюда. Место выше. А...
место выше. Серьезно. А где? Похоже, свою могилу найди, блин. Да, блин, ну куда ты? Тихо. А, вон ты где. Чё здесь-то? Конечно, не сказать, что прям какие-то, что называется, люто важные залежи были, но, блин, как-то странное место. Почему? Ну, хотя... Я вот пока не совсем понимаю, по какому принципу работает этот... собственно говоря, вот этот вот восстанавливатель, то есть куда он тебя откидывает, я вообще понять не могу. Просто назад. Или еще куда-то. На несколько там, грубо говоря, на некую позицию на там 10 секунд назад, условно говоря, ну так примерно. Все-таки им надо дорабатывать эти стрелы. Все с ними хорошо. Все с ними хорошо. Но вот этот момент, то, что у них нет никакого классического, скажем так, эффекта. Ах ты ж, мать твою, за ногу, чтоб ты жил долго и счастливо, скотина. Бубен для барда. Поселение Вука на деревьях. Я понять не могу. Не, ну Вука, Вука, Шмука, все понятно. А какого хрена они здесь эти цветы-то развели? Нафига столько срать, извините за французский. Вообще-то, насколько я помню, вот это вот коричневое говно, это реально было говном в одном из городов. Поселение, говорит Вука. Если уж мне суждено умереть от яда. А, то есть все, да? Теперь, пожалуйста, гуляй сколько хочешь, отмечай сколько хочешь. Ну ладно, тут сундуки отмечать особого смысла не вижу. Фуаля вокруг этой местности прогуляться. Идея вполне себе норм. Тогда еще по такому количеству говна Вук придется погулять, да? Действительно. Да, тут много можно обойти-то по кругу. То есть потом придется спускаться, да? Да, скорее всего. Даже не скорее всего, а точно. Вон тут какой кусок. Так, ну здесь все, да? Угу. Тут это мы все осмотрели. Блюх мордой в это дерьмище. Хм. Странно все-таки отступление у них получилось. Но просто реально ведь эту, ну, вот эту коричневую субстанцию нам представили как канализацию как бы этого города, да, в какой-то момент. И было понятно, что это, ну, что, ну, дерьмо, да. Все нормально. Люди гадят, да и не только люди, все гадят. Кто больше, кто меньше, как говорится. Все кушают и гадят. Ну ладно, не все, многие. А сейчас что? А сейчас получается,
Это не дерьмо. Это что-то другое. Насколько я знаю, дерьмо на склонах висеть не умеет. А это висит. Вполне себе так уверенно. Нет. К сожалению, ездить она не умеет на попе с разбега. Цветочки это лайт, в принципе. Если случайно не выпереться на их плантацию, то, в общем-то, это довольно лайтово. Местный хат это сочетание цветов и этих пчел каких-нибудь или этих огоньков дурацких. Ну или... Хотя, наверное, все-таки больше сочетание... Черт знает, на самом деле, кого хуже. Огоньки за тобой гоняются, то есть их как бы можно увести с точки. Да, то есть... Да, то есть огоньки с точки-то можно увести. Вообще, единственное, что мне не нравится в этой грязи, ну, кроме, естественно, ее сковывающих моментов, это то, что она, как бы, да, сковывает, это все понятно, но она не дает этого спасения от падения, что, мне кажется, было бы логичным. Ну, то есть, типа, с какой высоты не рухни. А, так, а я, кажется, опять где-то, как бы это сказать, да? Немного с другой стороны иду. Или нет? Или это какая-то заброшенная часть этого города? Ну, вуков не видать. Тут глубина. Ну что, ныряем? Ай, волчья пасть. Волчья сыпь, блин, ты не волчья пасть. Ну что это? Ну что? Хороший, между прочим, так-то. Ну, в смысле, дробящий. Это универсальный, я имею в виду. То есть... Как говорится, каждого урона по чуть-чуть. Я такие люблю. Как бы, так или иначе, любой твари вломишь. Кто-то там внизу гуляет. Большой. И страшный. Ну да, я так понимаю, что я, как обычно, пришел с другой стороны, как говорится. То есть идти надо было отсюда, а я пришел оттуда. Правильно? Правильно. Действительно. Нахрена нам все эти правильные моменты, верно? Подожди. О, вот это полезно. Вот эту штуку я... Мне не так много, мне же хочу. Угу. Так, а тут вниз-то спуск есть? Вообще, как бы, что-то вырисовывается, да? Ай! Вот это я сейчас зря. А, тут вон еще что. Тут еще эти твари тусят. А, ну вон, наверх подъем. Ну, плюс, да, тут есть где мансить в случае. Выдвини, пожалуйста, чуть посильнее. Надо, чтобы голову в стенку спрятал. Ой! Да чтоб ты... Нет, а вот чего они не проваливаются, а? Вы что хотите сказать, что моя девушка толстая? М?
принципе, конечно, можно остановиться. А, так тут есть нормальный вход. Это я, как всегда. Не хочу, я туда уже падал. Ну, не конкретно туда, но в такую яму я уже падал. Больше неохота. Ну да, конечно, действительно. Как мы туда проникали? Тут сбоку как-то. Вот, пожалуйста, блин. Нормальный тебе вход, елки-палки. Удобный, шо пипец. Блин, для этих огней должны быть какие-то отдельные обозначения, ёшкинков. Ну, на самом деле, тут неудобно просто. Так. Может, а зачистим первый этаж сейчас спокойно от этих тварей, и тогда где-то там, ну, не от Вука, от Вука мы уже зачистили, да и они не твари, это я тут тварь по факту, потому что я их истребляю страшным образом. Куда ты? Чем, куда я? Так, что у меня кончилось? Не могу не попасться, да? Но суть в том, что типа на них вставать можно. Ой, а он утонул. Нет, ну не хочу. Не то чтобы важная вещь. Ну пусть будет. Это что там за иллюминация? Да, шаманы местные, это что-то вообще прям какая-то величайшая загадка. Я просто не понимаю, в чем их прикол. То есть они какие-то очень... То есть нет, они вроде как пытаются там какую-то... Я так понимаю, молнию кастовать или еще что-то, но по факту это полная херь у них получается какая-то. Так, то есть смотрите, проход он как бы вот получается, да, то есть там внизу мы либо все осмотрели, либо большую часть. Проход типа вот здесь, да? Ну да. Видимо, вот он. Подорос поселение. Вука на деревьях, да? Угу. Ну, это мы зачистили, здесь прогулялись. Вход я поставил. Там сейчас надо будет вот это все обойти. Блин, время уже. Сейчас попал. Блин. Запипи. Ладно, давайте на этом стопорнемся, потому что... Ну, потому что... Потому что если я то пойду, это еще... слишком далеко. Ну, можно. Слушайте, а вот здесь никак нельзя? О, можно. О, вот и отлично. Вот тут тогда и поставим. Знаете зачем? А чтобы они тут не появились. Как раз она. Всю вот эту территорию. Ага, вот такую здоровую перекроет. Вообще отлично.
И они уже тут не появятся, по крайней мере. Угу. Все нормально. Хорошо, останется только вот это все. Ну, добить задание. Тут эти два. И, в общем-то. И здесь все. Можно будет чуть-чуть. Можно будет вот возвращаться на эти гигантские локации, да? Или можно будет сюда, кстати, прийти. Между прочим, дом-то стоит все еще. Угу. Вальнуть еще раз эту тварь, чтобы потом сделать. Да. Вот здесь допрыгать до нужной точки. Или болт с ней пока. Ай, ладно, посмотрим. Пошли, кстати, что у нас там по выращенным всяким штукам. Что-нибудь выросло. Так, что тут можно сдать? Что сдать нельзя? Это сдать можно. Это сдать нужно. Ядовитые сумки. Это лесом. Кости. Нет, это нет. Нет, все правильно же, блин. Так, нет, стоп. Остановись. Вот теперь. Правильно? Вот теперь. Тоже правильно. Воду наверх, это все починили. Отлично. Тикс, воду наверх, да? Что-то у нас есть что-нибудь? И перцев, и ройбуша до хрена, да? Перчика что? А, последний добивается. А, не, все, конь. А, ой-ой-ой, как хорошо. И это мы тогда сейчас проростки пшеницы запускаем. Все, отлично. Перчик готов. Все, перец есть. И пшеница есть. Так, подождите. А нафига нам перец? Перец нам зачем-то нужен. Зачем нам нужен перец? В Африке горы вот такой вышины. Да блин, вылетел с башки. Секунду. Курятина. Все, точно. Нет, это овощной суп. Подожди. Нет, подожди. Вот. Нет, не то. Вот, блин, вот же, ёшкин кот. А, кстати, свекла тоже нужна. Опа. И мясо птицы, кстати говоря. И соль. Ну да, за этим придется ходить. Сахар. Просто восстановление выносливости. Ну нет. Попкорн? Серьезно? О, фига себе. Попкорн. Прикольно. Кстати, ройбуш уже можно делать. Между прочим, да, его довольно много. Десяток. Ну да, если 40 штук вполне реально уже, в принципе, замутить. Так, что у нас там по... Выросло, не выросло? Нет, еще не выросло, да? Нет, еще пересадить. А вот это уже... А ройбуш уже все, да, у ройбуша есть. Угу. Давайте тогда ройбуш обновим. Ладно, я сейчас тут немножко позанимаюсь, так сказать, сельскохозяйственными делами. Наверное, какую-то серию... Наверное... Тогда вот это закончим. Вот это вот. И надо будет одну серию посвятить чисто охоте. Надо будет одну серию посвятить соли, во-первых. Да, за солью сходить. Где она тут? Вот здесь, по-моему, да, сольная карьера. Вот сюда надо будет сходить за солью. Тем более он рядышком. Подобывать соли. Хотя бы, не знаю, там штук денечек 300. Вот. А потом уже выдвигаться сюда. Ну и прям, что называется, за курицей охотиться, охотиться, охотиться и охотиться. И надо будет с дубильным станком разобраться. То есть вот сюда перейти. Вот так, блин. Вот сюда, наверное, вернуться через арену. Вот здесь выйти. Ну да. Потому что нам нужен дубильный станок. Хотя и просьба кузнеца тоже. Блин, нам все нужно. Кошмар какой. Все нужно, все нужно. Все такое нужное. Как это? Налево красивое, направо умное. Мартышка мечется. Что ж делать, что ж делать? Хоть разорвись. Ладно. На этой шутливой ноте всем огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылка на плейлист, на Дискорд, на донаты, на Яндекс.Дзен, на группу ВКонтакте. Все это в описании под видео. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто уже до сюда досмотрел, обнимаю. Парни, хлопаю по плечу. Девушек, чмокаю в щечку. Увидимся в следующей серии. Эншраудед на 98% безоговорочная форева. Про лайки, комментарии сказал. Донаты на ваше усмотрение. Вроде забыл все, что хотел. Как-то так.